Привет! Песеры, с вами Морж, сегодня пятница, а по пятницам я делаю что? Правильно, открываю эпиков, а эпиков у нас что? Правильно, не завезли. Не завезли на этой неделе, зато завезли новый тип карт, который, мягко говоря, получился очень спорным. О них я сегодня с вами и хочу поговорить, но давайте начнем с халявы, которую нужно забрать, собственно, у нам в футбол. Да, снова нам раздают ебалы, наши любимые, которые непонятно на что тратить. Ну, на самом деле, в этот раз можно купить Энди Коула, да, я поговорился в прошлом выпуске и назвал его Эшли Коулом. Ну, что поделать, канониры в сердечке. В общем, на сайт я оставляю вам ссылку. Что делаем? Как обычно. Зашли, нажали «Войти», ввели свой Konami ID и пароль. Вот сюда. И, собственно, получили эти ебалы. Обращаю ваше внимание, после того, как вы ввели Konami ID и пароль, вот здесь нужно выбрать все картинки, которые соответствуют картинке, которую вы вам показали. Не одну, не две, а все. Их даже пять может быть. Нажимаем «Войти». Собственно, ждем немножечко. Отлично, вот период проведения кампании. И потом нажимаем «Заработать очки». 3000 очков получено. И, собственно, нажимаем наверх. Нажимаем на 5000. Аналогично, здесь уже входить не будет, потому что вы уже вошли. Тоже нажимаем «Заработать очки». 5000 получено. Вот так вот. Изи 8000 e-футбол поинтов вы получаете. Ну, а теперь давайте переходить, собственно, к нашим баранам. Ну и про Неймара тоже поговорим, как его прокачивать. В общем, ссылка на получение e-футбол поинтов в закрепленном комментарии. Я думаю, найдете, разберетесь. А мы давайте переходим к прокачке наших новых звезд, так сказать. Нахожусь я на сайте PSMaster. В гугле вы его без проблем найдете, если вам это будет нужно. Итак, первый у нас Асимхен, имеет отличную скорость, сходу, хороший корпус, хороший прыжок. Вполне себе умение атаковать, реализацию силы удара. Давайте посмотрим, каким он будет на максимальной прокачке. 29 уровней у него. И вот так вот раскидываются статы. 8 идет в удары, 12 идет в ускорение, 8 идет в скорость, выносливость и силу удара, 4 идет в игру головой, прыжок, и 4 идет в дриблинг. В принципе, я согласен с такой прокачкой, паса у него в принципе как такового нет, поэтому увеличивать его не стоит. 96 Асимхен будет на максимальной прокачке, отличная скорость ускорения, хорошее умение атаковать, просто отличная и реализация. Сила удара немножечко подкачала по Асимхену, вопросов нет, прокачивайте на автомате, будет вам счастье. Ну, по крайней мере, я так думаю. Значит, Харикейн. Имеет он 25 уровней прокачки, то есть 48 статов на раскидать. В автоматической прокачке 12 у него тоже улетает в ускорение, и у него загоняется умение атаковать и реализация аж 96-95. При этом ничего не накинуто в пасы, поэтому пас низом и пас навесом 72-75. В принципе, вполне достойный пас, я считаю, что его можно поднять. Поэтому, ребят, при всех раскладах 96 умение атаковать — это космос. 72 ускорения — это все равно не сильно много. Отсюда я бы снимал 4 стата, да, 68 было бы ускорение, ну что поделать, что уж тут поделаешь. 4 закидывал бы в пас, и у меня остается еще 8 очков, которые я могу раскидать. Давайте посмотрим, что еще ему можно было бы поднять. Дрибла, ну считаю, что нет. Корпус, игра головой, прыжок, тоже считаю, что нет. А вот скорость, выносливость и сила удара, я бы на это обратил внимание. Как раз 4 очка у нас есть, поэтому мы поднимаем до 8. Как вот, 48 очков мы израсходовали. Кейн 96 у нас. И при этом 92 умение атаковать, 95 реализация, 90 сила удара. По-моему, это пушка, ракета, петарда. При этом еще и 84 выносливости и 75 скорости. То есть мой вариант прокачки вот такой. Дальше холодильник. Значит, максимальный уровень у него, сейчас я это все дело впишу, 24-й, значит, у нас 46 статов на раскидать. Автоматическая прокачка, 8 в удары, чтобы аж реализация 95 было, 11 в ускорение, 1 навык вратаря, зачем? Вообще не понял, ладно, это сразу убираем. Так, 4 в скорость, выносливость и силу удара, 4 в игру головой, прыжок и корпус, и 4 в дриблу, которой у него нет. Паса у него тоже нет. По сути, да, окей, хорошо, прокачивал бы я, наверное, его так же, но при этом остается один стат, который здесь почему-то на автомате кидают в навыки вратаря. Я считаю, что, естественно, не стоит это кидать в навыки вратаря, поэтому лучше за этот один стат поднимите стиль команды, которым вы чаще всего играете, до 99. Мне кажется, так будет выгоднее, так будет интересней. В остальном, ну да, Холланду нужна и скорость, и ускорение. Все-таки он не такой медленный, как Харикейн. И тут умение атаковать 90, даже при вот таком вот вкиде. С этим я вполне согласен.
Ну и Неймарчик, 21 уровень у него, сейчас мы это дело все впишем, 21, вот, автоматическая прокачка, так, 6 в удары, чтобы у него прям реализация была огонь, да, ускорение, баланс и умение атаковать 8, ну допустим, но меня смущает его скорость максимальная, тут скорее скорость нужно поднимать, 72 скорости это беда, 69 выносливости это беда. Беда бедовая. 4 в пас и 4 в дриблу. Сразу убираем... 8 в дриблу. Сразу убираем дриблу до 4. Она у него и так хороша, вам поверьте, этого будет хватать. Неймар очень даже быстрый в этом деле футболист. И я лучше бы эти 4 стата перебрасывал вот сюда. Я бы перебрасывал в скорость, выносливость и силу удара. Потому что 72 скорости, 69 выносливости, ну, это просто, конечно, очень-очень плохо. Плюс сила удара ему тоже пригодится. Да, Неймар бы получился у меня 95-м, вот, но при этом, мне кажется, так он хоть чуть-чуть, хоть немножечко вытягивает. Понижать ему умение атаковать и еще ради этого, допустим, добавить пас. Ну, в принципе, если вы будете использовать его как... А нет, стоп, давайте сделаем так. Здесь оставим 8, уменьшим на 2 удары. 85 реализации ему достаточно будет. Увеличим на 2 пасы. Вот так вот. Или не пасы, или дриблу, чтобы вот здесь вот красивенькие 90-ки были. Ну, мне кажется, вот в таком варианте прокачки я бы его оставлял. Вот, это мой выбор прокачки для Неймара. Ладно, надеюсь, видео было вам полезным. Естественно, в комментариях можно написать, согласен с моей прокачкой, не согласен с моей прокачкой. Может, как-то по-другому качал, может, у тебя есть хороший совет другим, собственно, епесерам. И они, прочитав твой комментарий, послушаются и прокачают как-то по-другому. А у меня прокачка вот такая. Так, ссылочку на сайт я оставляю в закрепленном комментарии. Обязательно заберите свои eFootball поинты. Ну и на этом прощаюсь. Надеюсь, видео было вам полезно. Лайк и комментарий делайте, ребят, это бесплатно. С вами был Морж. До новых встреч. Пока.